Наталья Могилевская на сцене Мирвокзала. Народная артистка Украины впервые на концертной площадке выступила в дуэте с оперным певцом, который входит в пятерку лучших исполнителей мира – Александром Цимбалюком. Кроме того, в Одессе народная артистка Украины представила свою спецпрограмму – тандем хитов и танцевальных номеров. Со сцены Летнего театра звучали известные песни в непривычной аранжировке. По словам исполнительницы, она добавила драйва и обновила программу ради своих молодых слушателей. Например, «Девчонка с волосами цвета лилии», ее делали аранжировщики Потапа. Вот, это вообще другой трек. То есть реально это жесткий хип-хоп. И я решила приготовить такой EP-альбом, где будут переделаны треки, потому что сегодняшние поклонники, которые приходят ко мне на концерт, некоторым им столько лет, сколько этим песням, и они не знают, что они у меня были. Я решила освежить и сделать вот такой EP-альбом, ну, правда, ну, очень неожиданных аранжировок.